Сегодня мы приехали к пожилой семье, которая находится на улице Лилиной, да? Да, 33. Ленина 33. Здесь у женщины в этом году случилось несчастье. У нее, правда, не от ранений, но сахарный диабет, и ей отрезали ногу. На данный момент она находится в больнице. Вот ее кресло, качалка. Вот мы ее мужу привезли продукты. Привезли продуктовый набор для того, чтобы они могли каким-то образом прожить дальше. Здесь постоянно происходят интенсивные обстрелы, и им очень трудно жить здесь и переживать это все. И вот сегодня, благодаря замечательному моему другу из Арзамаса, Алекс Док, его псевдоним ВКонтакте, вот он перечислял денежные средства, на которые мы купили продукты и привезли это пожилым людям. Огромное ему спасибо и низкий поклон всем моим друзьям и подписчикам, которые жертвуют свои средства для того, чтобы была возможность покормить людей на линии фронта. Спасибо большое и низкий вам поклон. Большое спасибо вам, что заботитесь о нас пока. Ну, а да, уезжать некуда. Живем здесь, потому что тут дом, тут родина. Я вот прожил уже 71 год, прожил здесь, на Трудовских. Тут и работал, все, и куда мне теперь? Так что мы тут будем. В любом случае будем здесь. Держитесь, а мы в свою очередь не забываем о вас и помогаем. Большое вам спасибо.